Вам противник ведет судьбу. Второй номер. Понял. Соответственно, смещаемся сюда. Соответственно, автомат. У автомата находится 10-15 сантиметров под вашим. Это оборона. Это вариант эвакуации ради на поле боя. Бронежилет, крем защитный, очки. Этой мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь. По тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка, например, имеются в виду многодетные отцы или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста. А если допущена ошибка, повторю, ее нужно исправить. Вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания. Вот нужно шагнуть. Нам нужно будет дальше.